На космодроме Байконур готовится к запуску пилотируемого корабля «Союзом С-12». С новым экипажем он отправится к МКС сегодня вечером. Завтра рано утром корабль пристыкуется к Международной космической станции. Экипаж «Союза» — это россиянин Алексей Овчинин, американцы Ник Хейк и Кристина Кох. Овчинин и Хейк не долетели до МКС в октябре прошлого года. Тогда произошла авария ракеты-носителя. Космонавты и астронавт не пострадали.